Шутка. Все это будет быстро и безболезненно. Итак, что же такое ньютоновская жидкость? Это такая жидкость, вязкость которой зависит от скорости взаимодействия с ней. Если сделать дорожку из этой жидкости, то можно творить всякие невообразимые вещи, как, например, на этом видео. И по ней можно бегать. На ней можно играть в боулинг. То есть творить всякие невообразимые вещи. Итак, у нас возникло две гипотезы. Первое, это то, что жидкость невесомости сохранит свои свойства. Второе, это то, что она изменит их. По идее, никто не отменял существование первой гипотезы. Но никто не отменял существование второй. Итак, вот пример нашей установки. А где она? Сейчас будет. При максимальной скорости взаимодействия поршень должен оттолкнуться от жидкости. При минимальной скорости взаимодействия с ней сила будет равна нулю, поршень может просто в ней потонуть. Итак, по первой гипотезе жидкость должна окружить, так же как и на Земле. Если Олег окажется прав, то этой жидкости можно найти достойное применение. Например, защита от мелкого космического мусора. И что это? Получается, мы можем узнать результат вашего опыта, если отправить в космос? Получается так. Результат зависит только от полета в космос. И также от вас. Ставьте мне нравится и сердечки под этим видео. Спасибо за внимание.